А спонсором сегодняшнего ролика компания Discord, которая подарила нам самое удобное приложение для общения в играх. Друзья, залетайте на мой Discord сервер, где мы с вами будем обсуждать секретные тактики, как поднимать ранг и делиться своим мнением о том, кого прокачивать в первую очередь, или просто скриншотами с крутым лутом из мегаящиков. Интересно, кому-нибудь падало больше 9 предметов? 21 июня на сервере пройдет ивент, где я буду отвечать на ваши вопросы и играть по очереди катки с подписчиками. Не пропусти! Будет весело. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, я вернулся домой ради одного скина. Я немножко опоздал, ну как немножко, на часов 5 опоздал или 6. Скин вышел в 11 утра, но неважно, я всегда успею приехать и разыграть. Я просто прилетел с дачи к себе домой, у меня там пропал интернет. Злой джин вышел! Сейчас разыграю его, куплю его, и вам он достанется бесплатно, мои подписчики. Сейчас я расскажу, что надо сделать. Ну а по поводу дачи, я там постоянно снимаю влоги, на моем лайв-канале они выходят почти ежедневно, и уже завтра в 19:00 выйдет еще один влог с дачи. Кому интересно, подписывайтесь, нажимайте там на колокольчик. Ну и если вам интересно наблюдать за отдыхом и за моей жизнью, то следите на лайв-канале. Злой джин, сейчас мы его купим, я скажу, что надо сделать, чтобы его выиграть. Давайте посмотрим, у меня не было несколько дней, скоро вернусь, буду стримить. Что изменилось за это время? Я до сих пор на Нане в топ-1 СНГ. Капец, только Витал Шарк и я его подняли в СНГ на 1000. Всем просто похер на этого персонажа, все забили, он очень сложный и неинтересный, я так понял. В глобале всего 3 человека его апнули на 1250. Помните, я в тот день замахнулся на 1250, мы хотели, ну, то есть Джессин стоп-проб говорили, да оставайся, будем апать, чё. И, возможно, мы апнули, и это было бы очень круто, но я отказался, потому что, ну... Это потратить надо было бы всю ночь и еще день, наверное. Ну ладно, я все равно горжусь, косарь кубков получилось. Кстати, есть люди, которые тоже рады за меня, поддерживают меня. А вот есть часть людей, которые до сих пор меня хейтят за то, что я играю с топами. Ребят, я не считаю себя топом. Просто хочу обозначить, если вы думаете, что я вдруг себя посчитал топом. Нет, я средний игрок, ну... Я не думаю, что прям плохой, ну средний игрок, окей, я с этим согласен. Не говорю, что я топ игрок. Почему вы меня постоянно хейтите? Вот почитайте комменты, когда я апнул Мортиса на 35 ранг. Сколько там повылазило людей? А, понятно, за счет сильной тимы, сам ты ничего не сможешь, поиграй с нубами. Это что за логика такая у вас? В смысле поиграй с нубами? По-вашему... Все топы, которые высоко сидят, они играют с нубами или должны играть с нубами, или как? Или, ну, типа, найди себе уровень такой же, как и ты, и играй. Ну, смысл, если тимплея не будет, мы будем сидеть на одном месте, понятное дело, мы никуда не сдвинемся. Да, сильная тима меня тоже, как бы, прокачивает, но, блин, я тоже стараюсь. Понятное дело, где-то не доигрываю, но я реально старался держать свой фланг, отыгрывать, и, блин, чтобы вам показать результат. Причем результат достигнут, это самое главное. Даже вот Петя ММА мне написал, он говорит, круто. Апнул Мортиса на 35-й, говорю, да ну, ты же сам понимаешь, как его апнул. И он, ну, даже не стал с этим соглашаться, говорит, нет, ты тоже там... Ну, может, он меня просто хотел поддержать. Но все равно он говорит, что невозможно бустить одного человека в тиме. Все равно, если ты столкнешься против сильной тимы, 2 против 3 не вывезут. По-любому надо, чтобы все отыгрывали хорошо. А мы многих выигрывали. Что это значит? Холдик топ-1 мира на море? Я шучу, я шучу. В общем, спасибо, кто поддерживал, хейтеры, а вы, блин, подумайте то, что пишете. В смысле, сам? Сам бы ты не смог апнуть. Понятное дело, это командная игра. Ай, холдик, не гори, все нормально, похер. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что сейчас я разыграю злого джина. Что надо сделать, чтобы выиграть злого джина? Друзья, да все просто. Поставить лайк, подписаться на канал. Ну и по традиции подписываемся на 2 инстаграма. Мой и моего сына. Вот мой, а вот моего сынишки. Ну, очень хотелось бы, чтобы вы на мой канал, на мой инстаграм подписались как можно больше. Ребята, 70 тысяч осталось до миллиона. Я не знаю, попросите друзей ваших подписаться на инстаграм, ну помогите добить, репостите как-то, создайте новый аккаунт на 1 000 000 подписчиков. У меня очень крутая награда. Я хочу, чтобы вы... Я, возможно, сделаю очень крутой розыгрыш на 1 000 000 подписчиков. Попробуйте добить. Я не знаю, для меня это большущий результат. 1 000 000 в инстаграме. 70 тысяч осталось. Блин, ну помогите. Каждый из вас пригласит по одному другу или создаст новый аккаунт. Это плюс большое количество подписчиков. Ссылка в описании. Действуйте.
Все, это все, что надо сделать. Подписаться на Инстаграм, ну и на Инстаграм моего сына. А, и я выложу фотографию сейчас в Инстаграме, вы оставите там комментарий. Добейте лям, ну добейте, там еще много, ну попробуйте, вас много, я вас верю. Я покупаю Джина, что? Что вы смотрите? Я покупаю Джина. И, собственно, сколько призов? 3 призовых места я разыграю. Это получается, если он сколько, 150 долларов, это $30. Или что, давайте 5 разыграем. Не, я поставлю 3, если вы в Инстаграм подпишетесь много, ну, подпишется много народу, и вы пригласите друзей. Реально, я увижу актив, разыграю 5. На этих выходных я приеду, буду стримить, поэтому дерзайте. Ну что, а я беру Джина. Где у меня Джин? Я думаю, что Джина на косарь теперь надо с этим скином. С этим скином. Хоп. Что, попробуем в ШД, поехали. Ой, в геймграф. Вот. Такие делишки, ребят. Вау, сразу против топа кинула. Ну вот, я с рандомами. Конечно, я ничего не сделаю, потому что я рачела. Я просто одного не понимаю, почему так люди бомбят на то, что я играю с топами. Вот что меня интересует. Ну да, ну может это зависть, типа, ну да, есть люди некоторые пишут, да, понятно, ты популярный, с тобой топы играют, а со мной нет. Так а я что, виноват, что, допустим, я популярный, а ты нет? Но я же не делаю специально, чтобы я был популярный, а ты, допустим, нет. Ну так сложилось. Так сложилось. Понятно, чтобы со мной просто так бы топы не играли. Потому что, ну, я часто руинил катки. Так, а кто у нас? Кто у нас с таблетками, хотел сказать, с гемами? Так, ну тут Мортис, надо его бы... Я пока вообще не понимаю. Вот я и заруинил катку. Блин. Так. Ну да, вот с рандомами я не могу выиграть. Но если бы Тащер сейчас бы... Да, он вывезет, отлично. Кстати, по поводу скина. Ну, я уже и обзор делал. Ну да нет, отвали. Ну блин, он забрал гемы Мортис поганый. Если... Сейчас все зависит от меня. Если я вытащу правильно. Заберите кристалл. Ну, заберите. Ну, капец. Так. Блин, нет. Заруинил. Давай, собирай, брат. 10. Сейчас мы заберем Мортис, сейчас мы его заберем. Да, все, попался. Все. Вот вам с рандомами. Но это не 1000 кубков, окей. Но мы еще не затащили, рано радоваться. Не, скин топчик. Ребята, скин топчик. С этим скином будете тащить однозначно. Так, окей. Смотрите, почему так много кубков дали? 12 кубков, нифига себе. Нифигашечки, боже, какой он классненький. Ребятки, обязательно участвуйте в конкурсе. Это шикарный скин, шикарный. Не, еще одну катку. Или еще, или в ШД может пойти скатать. Что там в ШД, штольня? Давайте попробуем в штольню в дуо. Мне всегда нравилось играть на Джине в дуо. Там Шелли какой-то, с Джеки, допустим. Вот, посмотрим сейчас, кто у меня напарник. Опа, вот и Шелли. Ну, надо затащить. Вот. Пишите в комментариях, мне продолжать каких-то персов пушить, какие-то рекорды ставить. Или же... вас бесит то, что я играю с топами. Не знаю, я для себя все равно какие-то рекорды поставил. Мне это приятно, прикольно. Я где-то, может, что-то лучше стал понимать, там,
как там правильно играть, все дела, такие моменты, разные нюансы по игре. Вот. Ну, у многих увидел недовольство, что я, типа, со мной очень сильные игроки, попробуй поиграть с нубами. То, что я там, мы с Лалом закусились, там прикалывались, это все рофлы были, вы так всерьез все там воспринимаете. Ого, 6 банок он взял, нифига. А, шалип. Оу. Живи, 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 живи. Так. Хорош, хорош. А Шелли неплохо играет. Шелли неплохо играет, и я заруинил катку. Если бы она согласилась со мной еще раз играть снова, я бы пошел. Пожалуйста, согласись, еще одну катку. Еще одну катку, я исправлюсь. У нас же путь рангов не законченный. Я сейчас приеду, ребята, и отыграем путь рангов. Там до 28 ранга надо персов пушить. Это будет дико, жестко. Сейчас такая просто жара. В квартире душно сидеть. Ну, можно, конечно, в кондер, в чилс. А, я не с Шелли играю, понятно. Шелли не согласилась со мной. Вот. Поэтому сейчас рыбалочка. Купаемся в речке. Опять же, влоги с дачи на лайв-канале. Подписываемся. А, и кстати, еще забыл сказать. Уже конец ролика. Ребята, вчера дракон Джесси появилась. Вот. И там это связано с тем, что это релиз в Китае. И там есть возможность скачать китайский Brawl Stars и получить Шелли, которая была при релизе. Многие про это запилили ролики, но тот способ, который запилили ютуберы, уже не рабочий. Я нашел способ, как это сделать. Возможно, кто-то еще не в курсе и не скачал и хочет это сделать. Поставьте лайк, я могу следующий видос записать, как скачать БС и как получить этот скин бесплатно совершенно. Вот, подробную инструкцию, то есть поставьте лайк, я запилю такой видос. Вот. Так, хорошо. Опс, опс. Так. Так. Бум. Бум. Затащим? Блин, ну я с Гейлом играю. Гейл такой себе ближний. Так, кто там второй? А, Тик не страшно. Тик не страшно. Так. Так. Ясно. Я сейчас молчу, потому что хочу затащить катку. Блин. Так, отхилься, 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 Толбик, отхилься. Блин, не могу отхилиться. Метеоритики эти. Марин. Так, все, топ-2 минимум. Топ-2 минимум. А, на топ-1 чуть не хватило. Ну да ладно, ладно, это такое. В общем, друзья, ждите стримы в ближайшие дни. Участвуйте в конкурсе. Ну и пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. По поводу нового скина. И участвуйте в конкурсе, подписывайтесь, блин, да, попробуйте добить лям, я вас очень, я не знаю, как это. Я помню, вас на холдик стриме попросил добить лям, и за 2 часа подписалось 40 тысяч человек. Я не знаю, попробуйте, просто попробуйте, не получится, так не получится. На этом буду прощаться, ставьте лайки, подписывайтесь, всем желаю удачи в конкурсе, до новых встреч, скоро увидимся, пока, ребята.